Вот что такое благоустройство по Собянинску. Это воровство, это откаты, а осваиваться должны те площади, которые сегодня занимают предприятия малого бизнеса. Мы услышали много вранья в последнее время, что это самострой. Но мы прекрасно знаем, мы работаем с ассоциацией малого бизнеса партии «Яблоко». И мы знаем, что это никакой не самострой. Большинство есть, подавляющего большинства есть документы. Мы за снос объектов, если нет документов. Они должны сноситься, это самострой. Но в данном случае был не самострой. И были решения судов, которые подтверждали права собственности этих людей. Каждый под угрозой лишения его собственности. У нас какой-то социалист-капиталист пришел. Он занимается госкапитализмом за счет всех нас, москвичей. И он считает, что это правильно. И нам говорят, что здесь некрасивое что-то такое стоит. Это в разгар экономического кризиса. Смотрите, у нас падение. ВВП идет по всем параметрам. Когда должны новые ставить палатки на улице. Вместо этого зачищают все, что есть. То есть, значит, работают на то, чтобы цены росли, на то, чтобы сокращались рабочие места, людей, сотрудников, обыкновенных, наемных работников выбрасывают на улицу. Да, да, собирай, собирай. Собирай. Давай, собирай.